Без вкусных горячих напитков не начинается ни одно утро. Но бывает так, что находишься в офисе, где большой коллектив, или приезжает много гостей, или дома, где много домочадцев, и все хотят выпить вкусный горячий напиток. Но пропадает не только время, а еще и желание, когда стоишь в очереди за простым чайником. Но выход есть, и вы видите его сейчас на ваших экранах. Наша новинка. Модернизированный термопод «Титан». И со мной моя соведущая коллега Анна, которая знает все абсолютно об этом уникальном «Титане». Анечка, знаешь, тебе слово. Да, мне кажется, я знаю все об этом чайнике, потому что я являюсь счастливым наблюдателем, который наблюдает уже третью генерацию термопода. То есть первый чайник, который вы знаете, дорогие телезрители, я его застала. Потом была вторая модель. Это абсолютнейший идентикат этой модели. Брат-близнец. Здесь только еще стало больше функционала. И хочу сказать, что это прибор надежный. То есть вот если домашние хозяйки выбирают на кухню электроприбор, первое, о чем они думают, это надежность. То есть насколько долго продолжит этот прибор. И я хочу тебе сказать, что первый чайник, первая генерация чайников «Титан», она до сих пор работает. То есть, с сожалением, люди звонят и говорят, ну вы приобрели, но у нас еще тот первый чайник еще до сих пор работает. Это третья версия. Анечка, а чем же она отличается от первых предыдущих двух? Ну вот ты знаешь, во-первых, здесь осталось много тех вещей, которые мы любим. Он остался объемным. То есть это он содержит в себе 5 литров кипяченой воды и готов вас напоить чаем 24 часа в сутки. Это самое главное его достоинство. И именно 5 литров. Не так, что вот на других электроприборах пишут 5, а там 4,5, или напишут 6, а там 5 литров 900 миллилитров. Здесь именно количество 5 литров. Во-вторых, здесь немножко вот верхнее табло, жидкокристаллический дисплей, как и раньше, здесь кое-что изменилось. Здесь, как и раньше, 3 вида подачи. Это 2 автоматические вида подачи, то есть на заданный объем чашки, и 1 мануальная подача кипяченой воды, то есть на тот объем, который вы хотите. Здесь раньше было 150, да, и 250. Но наши дорогие пользователи этих чайников, они позвонили и сказали, слушайте, ну вот на русском чаепитии, где вы видели такие чашки, 150-250 миллилитров, мы начинаем топить 250 миллилитров где-то чашка, 300 миллилитров мы знаем, ну 400. Это вот такая как бы среднестатистическая чашка. Вот именно такая, да. Маленькая ведерко, я его называю. Обожаю пить с таких больших чашек. Вот, и теперь, соответственно, не составляет никакого труда нажать просто один раз кнопочку, которая показывает нам, что 400 да. миллилитров воды будет сейчас горячей кипяченой воды. Горячей кипяченой воды до заданной температуры. Вот опять же, что с тобой произошло? Потому что не разблокировала наш замечательный чайник. Потому что дело в том, что он до сих пор содержит в себе функцию блокировки. Почему это очень важно? Потому что наши дети, как всегда, своими любопытными пальцами пошли гулять по табло. Не дай бог обожгутся. Здесь блокировка, как и раньше. То есть без того, чтобы вы разблокировали, вот у вас не произойдет чаепитие ни за что. Потом вот эти вот виды подачи, да, мы проговорили. Это мануальная, только сколько вам нужно подает. Допустим, кастрюлю горячей воды вам нужно, чтобы отварить сосиски. Либо 250 миллилитров чашка, либо 450 миллилитров чашки. Потом у нас инновация такая, что у нас добавился еще один температурный режим. Нужно сказать, что этот чайник у нас выдает 11 температурных режимов. С шагом 5 градусов, это от 45 до 95 градусов, вы можете выставить температуру. И вот эта вот часть будет вам показывать температуру. Я думаю, в твоем чайнике это очень хорошо видно. То есть он показывает температуру актуальную, то есть та температура воды, которая на данный момент находится в колбе. И он показывает ту температуру воды, которая является вашей целью, которую вы хотите получить. Ты рассказываешь очень просто, но я вам скажу, что я убеждаюсь, это действительно очень просто, потому что с этим справится даже ребенок, если вы будете просто-напросто либо слушать Аню, либо читать инструкцию, потому что инструкция у нас прилагается с нашим чайником термопотом. Заказывайте, и вы не пожалеете, набирайте номер телефона, который вы видите на ваших экранах. По поводу инструкции хотела бы уточнить одну маленькую деталь. Она на немецком языке. Если бы вы хотели прочитать информацию на русском языке, на сайте kaufbuy.tv вы найдете информацию как на русском, так и на немецком. Что ты сейчас, Анечка, слушай, делаешь? Слушай, я демонстрирую уже следующее достоинство нашего чайника. Дело в том, что обладает вращением он на 360 градусов. Это очень удобно, когда вы пользуетесь им, когда ставите во главе стола, во главе чайного стола, чтобы он вертелся и крутился в разные стороны. Здесь есть очень удобная эргономичная ручка, которая, кстати, снимается, чтобы вам удобно было здорово этот чайник чистить. Это тоже очень здорово, очень хорошо. Это тоже одна из инноваций. Этого раньше не было. Что у нас дальше происходит с этим чайником? Здесь, ты знаешь, я хочу сказать, что мы вот все современные домашние хозяйства уже практически 80% мы с фильтрованной водой. Да. Да? У кого-то есть
есть система фильтрации, у кого-то чайник Брита, кто-то пользуется еще водопроводной водой. Дело в том, что совершенно наши технологи верно. Предусмотрели этот пункт тоже в этом чайнике. И здесь есть две программы кипячения воды. То есть, если у вас водопроводная вода, да, вам нужно выбрать эту программу, и ваш чайник, термопод, титан скипятит вашу воду, и вы будете пить чай, наслаждаться. И нежели у вас фильтрованная вода, которую кипятить не рекомендуется, она уже по факту чистая, он ее нагревает вот на этой программе до 95 градусов, и пьете чай, что вы сами знаете, что чем больше воду кипятишь, тем менее она вкусная. Совершенно верно. По поводу кипяченой воды, как она необходима, особенно в ночное время суток. Я бы хотела все-таки поставить акцент, потому что я сама сталкивалась, как необходимо очень быстро иметь под рукой горячую кипяченую воду. Титан, наш термопод, справляется с этим вообще на ура, потому что, когда я, помню, сама кормила смесью своего ребенка, в этот момент он мог разбудить весь дом, сон могли потерять не только ребенок, но и все. С такой функцией можно просто подойти, запарить детскую смесь, вот, и все да, будут наслаждаться да. дальше своим сном. Я считаю, что это просто потрясающая находка, не только для офисов, там, где большое количество людей, а и для домочадцев, которым надо срочно кипяченая горячая вода. Это также касается, когда человек, допустим, болеет. Вот мне бывает очень часто надо запарить мой полезный чай, и бывает ночью. Чайник все-таки он шумный, вот он шумит. А мы сейчас с тобой просматривали, когда мы запаривали воду, совершенно бесшумный. Это один из пунктов, да, над которым да. мы тоже работали, ну не мы, наши технологи, они поработали, чтобы чайник был бесшумный. Но если ты говоришь ночью, конечно, это безусловно самый лучший подарок для молодой мамы, да, кстати, берите себе на заметку вот то, что вы можете подарить в молодое домашнее хозяйство. Но хорошо, если мы пользуемся чайником ночью, он будет 24 часа в сутки работать. Но, скажем, такой вариант, сейчас какой-нибудь телезритель скажет, зачем мне ночью, чтобы мой чайник тратил электроэнергию, да? Да. Ну, это накладно. Дорогие мои, мы продумали и этот пункт, и этот чайник будет экономить вашу электроэнергию, потому что здесь есть программа, которая позволяет вам ваш чайник запрограммировать на то время, когда вам нужен горячий чай. То есть спокойно вы задаете то время, которому должен ваш чай быть кипяченым, допустим, на 7 утра, тем самым вы экономите электричество. Опять же, вернусь к этому вращению, я просто поражаюсь, насколько легко просто одним легким движением руки он вращается влево и вправо. Ручка, действительно. Опять же, хочу напомнить о том, что эта ручка неспроста. Это наверняка для тех, кто любит ходить на пикники и не брать с собой термос, чайники. Я называю это современным самоваром. Если у вас дом, и вы выходите на террасу с вашими гостями, у вас всегда под рукой кипяченая вода. Просто одним легким движением руки вы с собой берете этот потрясающий термопод. Конечно же, он легкий, но, опять же, он тяжелый только в том случае, когда в нем есть вода. И я напомню, 5 литров, да, я это, безусловно, 5 литров. Поражающая цифра, 5 литров постоянно горячей кипяченой воды. Но, опять же, так как я смотрю на заднюю часть нашего термопода, я хотела бы уточнить, что же это у нас за такая потрясающая коробочка снизу? Ой, эта потрясающая коробочка действительно потрясающая, потому что именно она позволяет тому, чтобы вы пользовались чайником независимо от электрической розетки. То есть, если вы выдергиваете провод с этого чайника, если вы перемещаетесь на террасу, если вы перемещаетесь, там, я не знаю, на пикник, то чайник, подача, автоматическая подача воды, вы видите, что здесь нет мануального фильтра, которым вы качаете воду, здесь вся подача воды автоматическая, то есть эта подача воды возможно и дальше функционировать благодаря батарейкам. Но будьте внимательны, за счет батареек не будет нагреваться вода, будет просто поддерживаться температура воды. За счет батареек работает только автоматическая подача воды. И раз мы все-таки вот остановимся еще вот на этом, на задней части, это, скажем, на изнанке, которая тоже многофункциональная, да? Как выяснилось. Тоже вот такая интересная решеточка. Что это такое и для чего? А это для того, что этот чайник один из немногих, я скажу, но это единицы чайников, которые обладают функцией охлаждения воды до задней температуры. Ой, и вот за этой решеточкой как раз-таки именно находится вентилятор, при помощи работы которого охлаждается вода во внутренней колбе до заданной температуры. А заданную температуру вы можете поставить именно на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой. То есть это вот она.
Функция охлаждения. Вы ее выбираете, вы ставите заданную температуру, чайник охлаждает до этой температуры воду и держит заданную температуру в течение там, что означает, что количества. Вы сами можете решать, да? Какой температура вам нужна вода и что вы хотите, собственно, с этим чайником делать. Носить его с собой или пользоваться им в домашних условиях. Поэтому я напомню, Аня уже уточняла, если вы хотите кого-то удивить, сделать кому-то подарок, звоните, заказывайте, потому что это просто замечательный подарок. Но и опять же, не забывайте про себя, потому что это новинка, и именно вы сможете стать обладателем самой последней модели термопота Титан. Опять же, я напомню, что наши операторы подскажут вам и ответят на все ваши вопросы. Ну а пока Аня со мной, я бы хотела, чтобы Аня до конца еще рассказала, сколько всего интересного. Аня открыла крышку, я да, уже удивлена. Да, вот нам осталось удивлена. Только чуть-чуть. Вот как обычно такая дотошная хозяйка выбирает себе одежду, одеваем все что угодно. Что мы делаем? Мы ворачиваем наизнанку, мы смотрим, как там швы прошиты, как там болтики вкручены, как все вот эти нюансы. Вот мы можем со своей стороны похвастаться абсолютно всем. Мы можем показать изнаночную сторону нашего чайника. Дорогие мои, смотрите, любуйтесь. Мы смотрим внутрь. И что мы видим внутри? Это колбу, выполненную абсолютно качественно из нержавеющей стали. То есть это тот плюс, которыми обладают тоже не все термопоты. Потому что встречаются чайники, да, чайники-термосы, у которых внутренняя колба исполнена из пластика. Ну, это, в общем-то, знаешь, такой фактор какой-то. Ты же не уважаешь себя, покупаешь себе вот чайник. Это знаешь, точно не этот случай, потому что Аня, это нет. Действительно только для тех, кто уважает себя и, самое главное, уважает свое время и свои деньги, потому что помимо всех функций, которые рассказала вам Аня, самым удивительным фактом будет эта цена. По такой удивительной цене вы вряд ли где найдете такой замечательный термопод, поэтому звоните, спешите, заказывайте. Те, кто сейчас остаются на линиях, пожалуйста, оставайтесь там же, потому что я надеюсь, всем хватит этот универсальный, нашей универсальной новинки. Я опять же вернусь к этим функциональным просто замечательным новшеством, и опять же, это последняя модель, и наш дисплей, насколько он все-таки легкий в применении. Я опять же скажу, дети смогут с ним легко справиться, но и опять же, защита все-таки, которая у нас есть, кипяченая вода внутри, но да, ты его трогаешь, и он не абсолютно нет, приятной температуры к рукам, да, поэтому я считаю, что это не просто новинка, это находка. Напомню тем, у кого часто бывают юбилеи, свадьбы или мероприятия, где собирается большое количество людей. Я была на таких мероприятиях, и ты хочешь выпить кофе, и стоишь в очереди, а там стоит 4-5 чайников, они не справляются. Ну, я считаю, что это просто находка, поэтому звоните, заказывайте, и вы уже в ближайшее время станете обладателем потрясающего термопота. Анечка, спасибо тебе большое, я просто в восторге от того, что я увидела своими глазами, у вас тоже есть такая возможность посмотреть на него, познакомиться с ним, ну и, собственно, чтобы он стал вашим домочадцем. Кстати, насчет дизайна, я считаю, что это просто потрясающая версия. Это оптимально. Ничего лишнего, все настолько компактно, красиво, замечательно. Я рада за тех, кто был с нами, я рада за тех, кто успел дозвониться, а те, кто еще не дозвонились, звоните, продолжайте дальше. Ну а мы вынуждены с вами прощаться. Всего вам доброго, самого наилучшего и до свидания.